9 июня отмечается Международный день друзей. Значение дружбы в жизни людей трудно переоценить. Это связи, которые мы строим сами. Связи, для которых нет никаких предпосылок, кроме нашего желания и взаимной симпатии, в отличие от родственных или романтических. Дружеские отношения часто длятся годами, но их фундамент закладывается в детстве или юности. Самые верные и надежные друзья – те, рядом с которыми мы растем, вместе с которыми учимся преодолевать препятствия и радуемся первым победам. Слово «дружба» – это явление долговременное, ценность которого становится очевидна еще в детстве и плоды которого мы пожинаем во взрослой жизни. Специально к празднику библиотека номер 18 Северного округа подготовила обзор классных книг о настоящей дружбе. Это истории разных людей из разных времен и разных стран, но объединенных крепкой и настоящей привязанностью друзей. Как обрести друга на всю жизнь? Для этого надо свалиться с неустойчивой конструкции прямо во время торжественного исполнения песни в школьном оркестре. Именно так друг с другом познакомились главные героини книги Нарине Абгарян – Манюня. Девочки Манюня и Нара становятся не только не разлей вода, но и умудряются подружить между собой свои семьи. Какие проверки только не проходит эта подростковая дружба, и с годами становится только прочнее. Абгарян рисует целую галерею персонажей, прекрасно вписывающихся в узнаваемые реалии советской действительности. У девочек куча родственников, ведь одна из них растет в армянской семье, а другая – в еврейской. Все они становятся участниками казусных ситуаций, в которых их втягивают девчонки. Самым колоритным персонажем из всей многочисленной родни оказывается бабушка Манюни – всеведущая и невероятная, грозная и добрая Ба. Подруги вместе исследуют мир, проживают любовь и ищут ответы на важные вопросы. Помимо одноименной первой части есть и продолжение. Это Манюня пишет фантастический роман и Манюня, юбилей Ба и прочие три волнения. При этом все книги написаны очень простым и легким языком, что подкупает читателя уже с первой страницы. Женская дружба существует, и Нарине Абгарян берется это доказать. В повести Владислава Крапивина «Оруженосец Кашка» описывается настоящая дружба и первая любовь подростков. Главные герои – оруженосец Кашка и семиклассник Володя Новоселов. История оруженосца Кашки началась в пионерском лагере «Синие камни», в тот момент, когда на лагерь накатила очередная волна. Волнами тут называли массовые увлечения. То ребята разбойников делали, то привидениями одевались, а последняя волна оказалась с точки зрения начальника лагеря небезопасной, так как все начали мастерить луки и стрелять из них. И чтобы направить все в безопасное русло, в лагере объявили рыцарский турнир. Каждому стрелку полагался оруженосец. Стрелки были из старших отрядов, а оруженосцы – из младших. Семиклассник Володя Новоселов не хотел ехать в лагерь. Думал, что будет скучно, но ему понравилось, особенно когда началось увлечение стрельбой из лука. Стрелять он умел и любил. И когда его выбрали для участия в турнире, то рассчитывал победить. Вот только с оруженосцем, как он считал, ему не повезло. В оруженосце ему достался маленький тихий мальчик, которого все называли Кашкой, так как полное имя Аркадий было для него слишком тяжеловесным. Володя был огорчен, что ему достался такой оруженосец. Но и Кашку расстраивать ему не хотелось. Володя придумал для оруженосца задание – краской нарисовать на стрелах полоски, чтобы стрелы не терялись в траве. Но Кашка перепутал и вместо быстро сохнувшей краски покрасил стрелы краской масляной, которая несколько дней сохнет. Липкие от краски стрелы помешали Володе выиграть в отборочном турнире. Он рассердился и прогнал Кашку. Кашка был фантазер и мечтатель. Он выдумал свою страну и населил ее челопятиками. Челопятиков Кашка делал сам или находил. Ему нравилось жить в придуманной стране, но настоящего друга у Кашки не было, а Володя ему очень понравился, и Кашка хотел с ним подружиться. Когда Володя прогнал Кашку, тот очень расстроился. Он думал о том, как подружиться с Володей, и стал незаметно ходить за ним следом. А Володя любил бродить один по лесу, хотя это и запрещалось правилами. Во время такой прогулки Володе повстречался злой пес. Он рычал и лаял. И Володя решил, что сейчас набросится пес на него. К счастью, появился хозяин и отогнал собаку. Володя с облегчением обернулся и увидел Кашку с дубиной в руке. Кашка был рядом и готов был броситься на помощь. Володя оценил этот поступок и простил своего оруженосца. Они помирились. Володя выиграл турнир. Он был счастлив. Но когда турнир закончился, Володя опять забыл о Кашке. Кашка звал Володю в гости по окончанию смены.
Это было невозможно, ведь Володю ждали дома родители, а жили они совсем в разных местах. Но когда автобус уже должен был увезти Кашку, Володя, увидев его понурую фигуру, вдруг понял, что несколько лет разницы в возрасте – это не помеха для дружбы, и что Кашка может стать ему отличным другом, и Володя принял решение съездить в гости к Кашке на несколько дней. Повесть заканчивается тем, что Володя заскакивает в автобус, который должен увезти Кашку, а тот улыбается. В веселой повести Геомара Куликова «Как я влиял на Севку» читатель встретится с учениками 5 класса Костей Гороховым и Всеволодом Мымриковым. А начинается история с того, что Косте было поручено подружиться с Севой и подтянуть его в учебе. Костя Горохов – отличник и хороший пионер. Мальчик честный, сознательный и трудолюбивый. Он читает умные книги и стремится получить как можно больше знаний. Сева Мымриков, в отличие от Кости, учится плохо, а на уроках либо мечтает, либо творит мелкие пакости. Учиться он не любит и не хочет, а школу посещает ради того, чтобы развлечь своих товарищей. Но одно увлечение у Севки есть. Он заядлый хоккеист, и к этому виду спорта относится очень серьезно. Костя должен был повлиять на Севку и заставить его учиться, но мальчик понимал, что сделать это будет трудно. Поэтому Костя решил давать подшефному списывать. Сначала переписавший у шефа уроки Севка получил хорошие оценки по арифметике и по русскому языку. Но знаний от переписывания больше не стало. И Костя решает увлечь Севку музеями. Сева по музеям ходить наотрез отказался и заявил, что у него ежедневно ответственные хоккейные игры. Тогда пришлось Косте стать хоккеистом, хотя прежде он никогда в эту игру не играл. Мальчики стали вдвоем посещать каток, а однажды тренер заявил, что играть в хоккей будут те игроки, которые имеют хорошие оценки в дневниках. Пришлось Севе задуматься об учебе, а у Кости появилась возможность помогать подшефному по-настоящему. Это повесть о настоящей дружбе и взаимовыручке. Кто сказал, что понятие «дружба» – это только человеческое изобретение? Часто самыми близкими друзьями оказываются наши домашние питомцы. Пусть они не знают человеческих слов, но чувствовать, сопереживать, помогать в трудную минуту и делить радость вместе с хозяином они точно способны. Рыжий кот и музыкант из книги «Кот по имени Боб» Джеймса Боуна, оказывается, имеют весьма много общего. Хотя бы одиночество, которое привело их навстречу друг другу. И серый день жизни в Лондоне стал отправной точкой на пути кота и человека в поисках своего счастья. Музыкант-наркоман, отринутый обществом и жизнью, спасает от смерти уличного кота. И этот искренний жест доброты возвращается к нему старицей. Кот по кличке Боб без всяких слов помогает талантливому парню Джеймсу не только избавиться от зависимости, но и поверить в себя. Это книга о дружбе, проверенной временем, обстоятельствами, победами и поражениями, печалями и радостями, пройденными котом и его хозяином, обладателями родственных душ в таких разных телах. Эта книга о дружбе основана на реальных событиях и уже переведена на 30 языков мира. Какая же она дружба глазами собаки? Да-да, и такое возможно. Лабрадор Трисон из книги Михаила Самарского «Фукусима» или «История собачьей дружбы» – удивительно умный пес-поводырь. Он обретает подопечных – человека и собаку, чьи судьбы навсегда изменил страшный пожар. Ветеран МЧС Владимир Петрович едва не сгорел заживо. Из-под обломков его успела вытащить немецкая овчарка Фукусима. Врачи спасли жизни обоих, но оба в результате трагедии лишились зрения. И, как отмечает ответственный пес-поводырь Трисон, его задача хоть немного заменить своим подопечным глаза и сделать их жизнь в темноте чуточку ярче и светлее. Все трое в итоге обретают не только верных и настоящих друзей, но и новое понимание жизни. Во все времена все люди нуждаются в реальном совете, разговоре по душам, рукопожатии и объятиях. Мы все ищем друзей, пытаемся заслужить дружбу и быть хорошим другом. И мы желаем вам, чтобы друзья были рядом, только настоящие, надежные и верные. А для взрослых предлагаем следующие книги.